Свой путь в живописи Игорь Григорьевич Власов начал в Рязанском художественном училище, и вот в этом году исполняется уже 40 лет, как он сам преподает. Неизменно за это время одно – верность традициям. Продолжение традиции русского искусства, и, в общем-то, не только русского. Традиций много. Мне, например, и голландское искусство 17 века очень нравится. За годы преподавательской деятельности в Рязанском художественном училище Игорь Григорьевич воспитал не одно поколение художников. В экспозицию выставки вошло около 100 произведений 25 авторов. При этом разнообразие техник, жанров и направлений, в которых они работают, удивительно. Это и акварельные зарисовки, и модерн, и книжные иллюстрации, и даже наивное искусство. Но в большинстве своем – реализм. Мне, конечно, нравится больше то, что кто остается на пути реалистического искусства, академического, да, это мне нравится очень. Но мне нравится и то, что делают по-другому, это тоже очень интересно. Игорь Власов гармонично сочетает в себе качество педагога и художника. В свои 70 он продолжает много и плодотворно работать. В последние годы целиком сосредоточившись на живописи. Летом мастер пишет в деревне Озерье в Клепиковском районе. В остальное время в Никуличах под Рязанью. Это прежде всего очень высокий уровень академической живописи. Настолько тонкое владение материалом, техникой. Ну, все это, конечно, институт имени Репина в Ленинграде, наша Академия художеств, один из старейших вузов России вообще, который хранит традиции и действительно воспитывает мастеров первоклассных. Ну и, конечно, это творчество, которое очень доступно и любимо зрителям, потому что, я думаю, что, несомненно, его творчество, творчество Игоря Власова, всегда будет востребовано, всегда будет понятно, понято зрителями, потому что очень тонкие, реалистические, такие романтические пейзажи, портреты. Да, есть некоторый налет соломности, но это не так плохо. Хронология представленных на выставку работ начинается с 1974 и заканчивается 2021 годом. Выставка продолжит свою работу до 20 февраля. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».